в основном придет эти слова. Я ее не знаю. Ты передаешь мне. Назвала ее вроде бы Лена. Именно, да. Вроде передай бате Серафиме. А я его не носила. Не брала. Передай бате Серафиме, что пускай на Казачок с рук не выпускает. А уж так маленькую штуку не опускает. На нее радость напал, и он хочет ее погубить. С тех пор я взяла, у меня три его. Один по этой улице ходила. Иду куда это хожу. Один для церкви, а этот для церкви. Один по гостям. А? Один по гостям, когда ходишь. Да, один вот по потеряющим, когда хожу. Вот, три лет. А мне Лена. Один в одному увидела, который я в храм хожу, одна молилась с ним ходила. И вот она мне, передай Бабе Серафиме, она я не знаю, а мне все знают, а я никого не знаю. Бабе Серафиме, умру, в арабских эмиратах богатые, у него машин 7, на понедельник, одна одликовая, на вторник, вот. Чтобы гонять, а у вас костыли на разные. А у меня трикая. Они костыля, они меня для гостей, для гостей. Третий, да? Давайте. Ну, самый маленький для занятий. Давай-ка сюда. Геровый. Геровый. Валятся костыля, у кого костыли? А того у нас он взял три костыля. Костинов тут просил у него там. А он их не посадил, не может осталось этого. А еров немного, хочешь я тебе дам? Может, сам кому повезет. Да, 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 да. А? Я к нему повезу. Да, 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 да. Знаете, а что вы говорите, сегодня последнее занятие, у нас же еще воскресенье. Я не сказал, это еще сегодняшнее, не считаю. Да? А, а то думал, почему это? Следующее воскресенье у нас.